Hello. Раст. Лаконично и прекрасно, да. Ну а что? А почему разной длины действительно? Что такое? Что такое? Нет, тут просто два пилара, здесь уже. А, разной длины, реально. Ты три поставил, Жень. Верхний убери. Почему я три поставил? Очень странно. А почему он другой длины-то как-то, я не понимаю. Вот это лишнее пока. Бракованный пилар. Где ты ящик поставил? Я еще не ставил его. А, поставь, пожалуйста. Сейчас поставлю. Так. Так, сейчас будем разбираться. Куда поставить-то, вот ты мне скажи лучше. В любое место. В любое принципе, место? Пока в любое место можно. А можно его в центр вот так вот поставить? Па-ба. И стенами вот его окружить, да? Так, что я делаю? Смотри, я делаю вот здесь вот. А, мне авторизироваться надо. Можно стенами окружить этот ящик, да, по идее? А что ты, окошко хочешь сделать? Вот так, здесь у нас... А почему не могу? Вангу? Вот смотри, как будет. Вот так, вот так. Здесь окно. В противоположной стороне окно будет. Симметрия. Тут. Дзен. Дзен, да. И можно по бокам еще пару окон, чтобы у нас обзорность была. Дзен. Я не хочу большой дом. Маленький, компактный домик. Да, да, тут рельсов мало. Многое и закрыто. Не то, что было раньше. Дзен Дид, строитель от бога. Ну-ну. По фэншую. Так, бацаем пилары. Максимус троллер пришел. Так что сейчас мы будем затроллены с тобой максимум. Жень, а ты не строишь? Нет, я пока стою. Стеночки. Что ты мне скажи, что я же не знаю, что строить. Я сейчас просто настрою тебе опять какой-нибудь тут. Так, смотри, здесь можешь окна поставить бокам. И через что, везде прям окна надо ставить? Не хочешь? Давай два ставим. Вот так, что ли? Ну, как ты думаешь, можно так? Ну, вот так можно по бокам сделать, вот так вот достаточно будет. Или здесь еще можно поставить, не буду больше ставить. Не, не надо, там симметрия. Нормально, решетки поставь. Решеточки. Ты какой дом, а? Большой. Большой, я думал, поменьше будет. Такой же, как тот получился практически по объему беготни. Ну, практически, да. Так, смотри, как я это делаю. Я это делаю вот так. Что за бракованный пилар я поставил, а? Вот так. Ну, я же говорю, окружить шкаф и все. Сейчас мы его там... Можно дверь закроем. Поставить туда, например. Нет, зачем? А, все, я закрыл его. Ты же авторизировался, да? Да. И я авторизировался, вроде, прекрасно. Сейчас я посмотрю. Так, смотри, второй этаж более-менее готов. Чтобы к нам не зашли домой, я ставлю блок. Замок. Вот, нет, вот так смотри. А замок? У меня замка нет. И подожди. А как сейчас... Подожди, чтобы к нам не зашли. Они же зайдут, подпрыгнешь и все, и зайдешь. Нет, как ты не зайдешь сюда. Ну, Жень, я же так делал, я уже ставил. Да? А, смотри, сейчас блок, вот ты уже пройти не можешь, да? Куда не могу? Все, вот ты можешь максимум что? Это открыть дверь отсюда. И пройти могу тоже, нет? А снаружи-то я пройду, нет? Попробуй, вылези. А как вылезти? Откуда не теперь? Не вылези, мы отсюда тебе. А, все, сиди тут теперь. Set home надо прописывать, значит, пока я не забыл. Так, хорошо, это мы заблочили. Делаем вот так. Set home, home name надо, короче. Подожди, так это ж мой дом. Давай я тут пропишу set home. Я тоже пропишусь set home. А нельзя два раза прописывать? Как нельзя? Тебе и мне нельзя, что ли, нет, прописать? Нельзя. Ну как так? Save home 1, 2, 3. You can only save a home location on a foundation. Понятно. А, даже так? Угу. Надо вот тут стоять, внизу, что ли? Внизу, наверное, да, на нижнем этаже. Ну что? Что, надо убрать этот блок. Ну да. Теперь уже убрать надо его, да? Угу. Высоковато оказалось, да? Ох, этот мандражирует блок. Ну что, так, получилось? Я вроде сохранил. Локи, попробуй ты сохрани. Работает для двоих человек? You need to be in your own or in a friend's house to set your home. Как ты меня в друзья можешь добавить? Как? Friend? Что я прописано? Не знаю, я не есть знаю. Такая команда? Есть как? Friend. Ну, и для каждого сервера она по-разному. Смотри, также. Смотри, смотри. Ты пиши slash friend и added friend, slash friend пробел, added пробел и мое имя. Add и... Cool. Uncle, да. Тебя с пробелом, да, там? Да-да-да. Uncle Sam is now your friend. Now you my friend теперь, да? Да, ты мой друг теперь. Set home какой? 1, 2, 3. You have saved the current location. Все. Чудненько. Все, я ставлю блок обратно, уходим. Потрясающе, да. Еще бы замок на дверь поставить. Было бы вообще потрясающе тоже все. Подожди, а у меня... А подожди, а кто фундамент-то будет делать? Надо же выходить на улицу, фундамент каменный. Мы выйдем с улицы, выйдем, не переживай. Поставь, пожалуйста, блок. У меня просто дерево закончилось. Все, уходим. Я могу еще второй блок поставить. Так, здесь надо распланировать. Поставь здесь проем дверной. Где? Вот тут, прямо наверх. Вот где мы выходим. Нет, не тут, с лестницы. С лестницы. Ну или так можно сделать. Не помешает, мне кажется. Можно и так. Кучу дверей понаделать. Пожалуйста. Такие. Окей. Так, сколько у меня стрел? А у меня стрел вообще нет. У меня я есть одно копье только, если можешь, конечно, все дерево у тебя нет, есть. Нет, у меня не открыт возможность крафта. Эх! Так, смотри, значит, вот здесь можно проход сделать, вот тут два проема дверных. Опять? Да. Угу.
Все, дерево кончилось, спасибо. Кончилось, надо идти добывать. Спасибо за внимание, дерево кончено. До свидания. Ой, жесть какая. Демолишь, зачем тебе демолишь делать? Да, дерева надо много. А у тебя есть камень, да? Да, камень у меня есть. Есть камень. Просто, подожди, а сундуки может сбацать? Сундук, чтобы скласть туда все. Да, я положу туда хоть что-нибудь. Давай, самое ценное, давай, пока давай, мы дома. Давай. Давай, ставь-ка его где-нибудь вот здесь, по центральной, где нет окон. Вот сюда поставь, наверное, лучше. Вот где-то здесь, на этом, вот на этой части, давай. Да, чтобы не видно его было. А то, знаешь ли, умников много сейчас водится так, в мире. Так. Сложи самые ценные. Это металлофрагменты, там... Были бы они еще у меня. Так, у меня есть серная руда и железная руда много. Я положу топор, я положу вот это. Я положу запасной топор тоже, я положу капкан медвежий. Хотя нет, можно возле входа капкан медвежий поставить. Спальники надо кинуть, вот что ты забыл. Спальники, да. А я спальник там бросил где-то, вообще в жопе мира. Да. Где мы рейтерили. Да, ну еще раз брось. Подожди, а где у нас... Спальный мешок, 50 ткани. А у меня нет 50 ткани. Ха-ха-ха, я тебе могу дать спальный мешок, хочешь, на? У тебя есть дополнительный? Конечно, вот валяется. Давай. Я ж предусмотрел, я ж кого рейдерил-то всех брал. Ящики-то. А у меня еще третий есть спальник. Я еще один сейчас скину. Пусть у меня будет много спальников, так. Окей. Что мне еще сложить надо? Камушки? Нет, окно тут палево, честно, надо как-то. Камушки? Да вот рядом бросай, да чего уж там выбирать. Не могу, не разрешаю. Ах, вот так, да. Вот так брошь. Так, 64. Короче, так, 68 что ткани. Что еще у нас такого ценного есть? У меня 68 ткани. 68 ткани и мясо одно. Да, можешь положить ткани. Две больших аптечки, еще один ящик надо поставить. Лук я тоже выложу пока. Сейчас я деревянный ящик еще тоже поставлю. Давай. Что у меня столько мяса хорошего, сготовленного честными людьми, которых я убил. Да, есть такое дело. Так что вот сюда будет едовой ящик будет здесь у нас с едой. Да. Жень, как-то хаотично ты все разбросал. Зачем? В уголочек аккуратненько. Спальничек тоже здесь, уютненько все. Таблетки антирадиоактивные. Казалось, ящики надо аккуратно тут складывать. Ну, я аккуратно взял. Просто этот спальник так положил криво, что ящик ровно не смог поставить. В любом случае. Я положил так, как он мне разрешил. Я по-другому не... вот так, да. Жалко, нельзя поднимать спальники обратно. Так, 10 тысяч руды, мне жалко. У меня есть антирадиоактивные таблетки. Куда мне их выложить? Еще один ящик сделать? Сделай еще один. Ёкало. Оставь, меня. Мы сейчас пойдем за ресами. Я думаю, понял, что достать. Мы пойдем за ресами, но вот я... Окей, вот так ящик поставлю. Еще один поставь. Поставил, хватит. Ну, мне надо еще сбросить. У меня больше нет мест. Жалко не... Вот где? Почему? Ах, вот так. Слушай, как плохо. Взял таблетку радиоактивную, на таблетку положил, она исчезла и переместилась ко мне в инвентарь. Гениально. Вообще просто. Ну, в принципе, все, наверное. Ну, там одно место осталось, ячейка. Я мясо забрал, выложил. Какие мы, а? В пуховиках. Такие серьезные ребята. Ну, мы же тут поселились. Вот здесь есть место, вот, да. У тебя аптечки еще такие были? Да, я нашел. У кого ты взял? Я же убивал людей беспощадно. У них были аптечки. Ну, серьезно, без шуток. Где, у кого ты взял? Я не помню какого-то бича уже теперь. Тогда он был человеком, а сейчас он бич, поэтому я взял где-то у кого-то. Понятно. По-моему, в каком-то ящике был или где валялись два вот этих вот рядышком. Помнишь, в штанах был один? Все, пошли. Монах. Вот у него был. А у меня дерево не... Зачем ты сломал? А как мы вышли, по-твоему? Действительно, и тоже верно. Так. Поставь теперь стену обратно. А у меня нет дерева. Вообще нет дерева? Нет, кончилось. Я на ящике все спустил. Понятно. Теперь нужно бежать за деревьями. Номер два задача. Они где-то были внизу деревья, смотри. Тут кусты, кусты, кусты. Сейчас поищем, где-то должны быть. Кусты, 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 кусты. Что-то нифига здесь нет. Почему такая... у нас на потолке пилар? Объясни, бракованный, пожалуйста. Я не знаю, бракованный пилар откуда-то взялся. А эта штука так и продолжает светиться, я смотрю, да? Это лампа керосиновая. Маяк будет, чтобы ночью. Слушай, деревьев в округе нет, это вообще жопа. Хорошее место выбрали. Как всегда, хочешь предусмотреть, но получается наоборот. Ты там бегаешь? О, да, там чувак, это чувак спит. А что он спит-то? А, это о, лапа, бей его, это бей чувак его, нафиг. Сейчас я убью его, да. Kill him. Может, у него дерево есть. Гаврик лежит. Сейчас Гаврик, сдохни, бич. Порох у него есть, Гаврик. А нет у него деревьев случаем? Дерево есть. Отлично. Немножко было. Так, забираем. Опять он как этот балерончик упал. Флеер я тоже, пожалуй, заберу. Флеер у меня был где-то, я вроде оставлял. Гаврик, ты что-то... Я-то думал, это лампа, она не тухнет. Ага, это, кажется, Гаврик валяется. Окей. Вот этот дом мы хотели, да? Угу. Он больно так стоит вот. А, не, подожди, он зарейден уже. А значит, надо
А, окей. Они ломанули и под низом, смотри, проскакали. Окей, дай я ящик активирую. Есть там ящик? Ты хочешь разломать его? Конечно, нафиг он нужен нам. Сейчас я его... Он мне мешает просто, понимаешь? Эстетику портит нашей природы здесь вокруг. Где ящик-то? А, нету ящика. Придется свой ставить. Женя, у тебя дерева нет. Действительно, у меня 1000 древесины надо для ящика. Все испускал на эти ящики. А что, здесь никого больше нет? Все? Ну ладно, мы его снесем потом. Так. Ай, большая проблема добыть дерево, понимаешь? Нет, я не вижу ничего. Дерево есть там. Знаешь, где? Ночь вообще не в тему. Ночь, да. Вот, наверное, надо будет нажать на паузу и ночь как бы пропустить, прокатить. Вот я вижу дерево, пошел добуду быстренько. Одно дерево вдруг появилось внезапно, понимаешь, как одинокая овечка в поле, которая боится волка. Понятно. Пойду его срублю. Все. Есть? Есть. Ура. Руда, пожалуйста, руда есть. Руда, пожалуйста, а дерева нет. Я надыбал 850 дерева, куда ты делся? Пиши хом, и дома будешь. А дерево? Потом? Так, ну что, мы добыли ночью ресурсы, более-менее. Это было сложно, деревьев сложно. Практически нигде нет. Ну, здесь, на самом деле, вот там они были немножко от дома. Да, я там тоже добыл. Десяточку. А, давай ты мне дашь немножко деревьев. Сколько сейчас тебе дать, давай? Ну, давай там 1003. На, ай, все забери, 7600. Окейшки. Так, смотри, что нам надо сделать. Что мы можем... У меня есть камень, я могу что-нибудь камушком делать. Нет, камушком. Нет, можешь камень фундамент дома сделать? Камень пойду дома. Я дострою хотя бы крышу. Сейчас я попробую хом прописаться, потому что беда. Ты прописывал же хом уже? Телепортинг to your home 1, 2, 3, in 10 seconds. Окей, я сейчас дома очнусь. О, отлично. Заодно проверишь, как он там. Да, да, да. Так, значит, два этажа, да? Я делаю крышу. Угу. Делаем крышу. Я появился в доме. Ес, я сплю. Подожди, а у нас там этот бракованный пилар будет служить, наверное, нам... ориентиром, если что. Я могу еще один поставить бракованный пилар. Хватит, хватит нам бракованный пилар. А что, симпатично? Ой, ну что ты мой пилар бракованный закрыл? А это что такое было? Шприц. Я сделал крышу. Шприц. Так, сейчас мы это рот... Ой, нет, нет, не демолиш, ротейт. Демолиш? Ротейт. Да, я хочу, чтобы по феншую все было. Это можно тоже ротейт. Это... Тоже ротейт. Так, я пошел фундамент камнем обделать. Да, немножко. Давай, насколько у тебя... Возьми, там камень у меня был. Забрал. Только куда делась ткань 64, непонятно у нас. А у меня в нескольких ящиках ткань. А, 68, а то я куда-то складывал, не помню. Так, а как ты заблокировал? Я теперь тот фундамент не смогу сделать каменным. Первый самый, который. Я ничего не блокировал, у меня билдинг аллаут. Не-не-не, я понял. Просто я имею в виду, как я тебе первый фундамент в камне сделаю, если ты его уже закрыл вторым значит, фундаментом? Значит, никак. Если он закрыт от всех, значит, закрыт от всех. Это печально. Так. Make stone. А, мне нужно, видимо, еще все-таки дерево. Но дерева у меня нет, чтобы делать фундамент. Я тебе дам мне 10 тысяч. Сейчас давай, я закончу, тут двери немножко поставлю. Там немножко надо, немного. Да. Так, двери у нас все нараспашку открываются, то есть замков сколько нет. Сколько тебе надо дерева? Не знаю, сколько. Еще 5 хватит? Давай хотя бы, ага, чуть-чуть. Сейчас пойду фундамент колбасить. Так, бежим. Готово. Пошел. Пойду посмотрю. Интересно даже. Че смотри? А, эти штуки? Да. Мы запрятали грамотно ящик, по сути. Ну, он как часть дома. Говорят, что вообще на первом этаже лучше его ставить, конечно. Не, зачем? Наоборот, повыше mm-hmm. куда-то. Или прятать его так, чтобы никто mm-hmm. не нашел. Не найдут ящик, не смогут ничего сделать. Ну. Mm-hmm. Так, да-да-да, прекрасно. Сейчас мы... И внутри будут у нас стены. Забраться каменные стены тоже надо сделать. Я могу сразу сейчас стены сделать каменные вот так вот. Смотри, ты там делаешь, да? Ага. Вот это вот парапет сделай тоже. Подъем к дому. Че, каменным? Да. Угу. Парапет. Дверь металлическая. Стену сбоку делать каменную? Или стены не надо боковые вот эти делать каменные? А сделай, пока не надо, сделай вот этот пароход весь, внутреннюю часть дома, которая деревянная, но сделай. Я про это камешки спросил, да, сейчас. Да, про да, да. Так. Видимо, не так понял. Ага. Ее так можно сделать так каменной. Так. Чудненько. Так. А я обложу тогда с внешней стороны. Все, кончились. Что, дерево кончилось? Все. Конец фильма опять. Кончилось дерево? Кончилось дерево, да. Нужно внизу, вот вниз бежать, там дерево есть в достатке. Сейчас пойдем. Еда есть. Так, пока вот так закроем. Смотри, вот опять так у блоком нас получается. Да, у нас будет каменный. Но я хотел по-другому. Ключа. Но чтобы верхний этаж, чтобы верхний этаж, боковухи нормально держались со стейблом, угу, я поставил на пилары их, получается. Можешь как бы на фейк металлофрагменты сделать, в печку поставить, пока бегать будем. У нас есть 700 штук. Давай-ка забубеним, потому что пока мы будем бегать, пусть лучше будут металлофрагменты у нас. Печунья, давай. Потому давай что без печки. Вот сюда надо поставить печку, она здесь будет без палива стоять. Ты уже дома? Да, я тут внутри бегаю. Подожди, а у меня дерево вообще... Давай я тогда внизу блок поставлю. У меня дерево 200, идем? 200 дерева, да. Через верху идем или как? Да, давай через верху идем.
Внизу выйдем, я блок поставлю. Чмика на юбиле. У меня есть дерево на стену, сверху выйдем. Можно сверху выйти. У меня дерево есть, на одну стену хватит как раз, да. Сейчас поставлю блок тогда. Какой? А, все. Да, вот тут. Оп. А блок ломается долго, нет? Ну, долго придется ломать. Ну, не надо смотреть. Так, печку... Не все блоки ломаются. Печку, мне кажется... Так, ну что же, выбираем место, где печу не будут стоять у нас. Хочешь, давай уберем это окно. Можем убрать это окно, и у нас будет сплошная стенка. У меня немножко дерева еще есть, в принципе. Да, давай уберу тогда и нафиг. Давай, я тогда поставлю просто стену. Это окно лишнее хотя. Да, и окно, и проем тогда. Да, вместе с проемом убираем. Да. О, хопа. Смотри, как хоп. Ага, и в ряд, в принципе, можно выстроить. Вот сюда в угол ставь первую печку, в угол сюда, чтобы удобно. Там дверь было. Сразу. Давай вот вдоль этой стенки. А, ну давай. Можно сделать. Так, у тебя есть печенье вообще? Нет. Мне надо 10 топлива, сейчас сделаю. А, мне надо жир. Жир у меня есть 31, на. Бери, лови. Ткань нужна еще. Вот жир, на. Ткань у тебя тоже была где-то там. В ящике я складывал, да? Лабиринт фауны, ёпта. Опять фауна, блин. Нормально. Так, я здесь ткани нет. Где-то из трех, из четырех ящиков. Вот ткань 68, да, я складывал, все есть. Я. Печка раз, печка два. И сейчас еще топливо сделаю. Раз, два. И будет печка три. Угу. Три печка. Так, отлично. Все, стену я поставил. И печка четыре. Четыре печи у него у нас будет. Ну, хорошо. Вот туда надо вдоль Чи? Ставить, да. Давай. Я вдоль стенки поставлю четыре печи, да? Угу. Пойду заберу пока ресурсы, чтобы их туда в печку засунуть. Потому что много всего накопилось за время... Вторжение в чужие просторы. За время, да, пока мы налутали, размародерили. Такое слово интересное. Размародерили, ну. Что было? Размародерили. У нас 895 металлофрагментов. Японский городовой. Да, я забрал, там из двух домов суммарно вышла такая вот штука. Жирно. А проблема в том, что у меня дерева нет. У меня есть 200, но на стену только. Надо идти добывать, хотя бы раскидать сейчас ресурс, чтобы они без толку не валялись тут. Так, сколько по 2000, говоришь, да, надо класть? Ну, в среднем, так, две штуки, да. Так, смотри, первая ячейка у меня обычно дерево, вторая там уже на выбор. А, я что-то, ну ладно, я так расставил. Как угодно, по сути, там плевать, как оно. Самолет. Возьми меня в полет. Нормально, четыре печи. В полете пусто, блин. Так, четыре печки, да? Кожа есть. Надо, наверное, бинтик забацать. Бинтик у меня два штуки есть. Сейчас сделаю себе. Ой, куда? Хорош, печка, не гори. А, ты еще дерево засунул сюда, соточку. Да. Какое? Ну, сам в шоке. Так, копье. Животных нет, кстати. Вообще не видать. Где они? Откуда? Видимо, с аирдропа люди собирают, мне кажется, все эти штучки, дрючки. Консервированный тунчик. Кровь из него вроде аптечку делается. 6 тысяч. Так, что там у нас, Женек? Все, пора валить, да. Я тоже выложу, что у меня там остатки так, есть. Так, давай, откуда мы слазить будем? Давай отсюда стенку ломай, вот эту вот крайнюю. Чья? Стенка. Как я? Стенка порох крайняя. Тоже... Давай вот эту стенку раздолблю сейчас. Это тоже оставим. Вот отсюда пока... выйдем. Ну все, осталось такое по мелочи, в принципе. Выходи. Отлично, да? У тебя дерево есть? Закрыть. Есть, закрою, да, давай. Отлично. А как я? Молодец. А, все, тихо. Ну? Ставь, ёкарь. Ой, что это было? Где? Я просто смотрю, тень двигается, смотри, тень на полу двигается. Чё а это такое? К нам хрень это летит, аирдропская. Да ладно. Ну да. Блин, а ты закрыл, Жень, чуть не закрыл? Нет, не могу. Так я могу. Ну, у меня есть возможность. Ты стенку ставишь, да? Да, прыгать, стенку. Даже прыгать не надо, вот подходишь, делаешь. А у меня не ставится почему-то. У тебя сколько дерева есть? Хоть сколько-нибудь? У меня нет дерева. Надо. Да, я сделаю. Господи, я так испугался, я смотрю, стою, тяните, и огромная тень начинает тянуться. Я думал, может, люди. Летающая тарелка, возьми дерево, вот же лежит. Вот-вот, стоит, вон валяется. А, вижу. Смотри, как это делать. Ну-ка, давай. А что не делать? Вот и я о том же. Подожди, 200 дерева мало? А, да, ну тогда побежали за деревьями. Блять, это палево. Аирдроп, конечно, к нам не прилетит, и люди так быстро не загриферят. Мы с тобой так. Но они не загриферят так быстро, правильно же? А где я дерево видел? Подожди, это не та сторона. Не та сторона. Вон деревья, все, вижу деревья. Есть. Видишь деревья?
Да, но это немножко не те. Ну там как? Очень малый. О, вон тень, смотри, летит, за тенью побежали, за аэродропом. Давай реально. А что нет-то, да, пофиг. Нет, интересно посмотреть. Я, правда, его не вижу. Вот он, я тень вижу, тень вижу. Вон тень передвигается, за тенью следи внизу. Давай. Учитывая, что к нему могут бежать все. И мимо нашего дома пробегут. Пробегут? Поэтому надо успеть заделать. Бочка сама... А почему бочка сама двигается? Не двигается. Окей. Она у меня плыла по траве, бочка. Ничего не было, пусто. Что-то мне не везет. Я сколько? 4 бочки сломал, ни одного этого ничего не было. Так, Женя, сильно близко к аэродропу лучше не идти, потому что люди могут прибежать с автоматами. На-на-на-на. Ну, пока можно добежать, знаешь, до деревьев, пока эта хрень будет лететь. Бежит, смотри, вон, наверху. Уже чувак там бежит? Чувак, да. Угу, окей. Ну, голый вроде. Голый, ну ничего, мы его заколбасим. Дом вижу закрою. Дерево одно. О, чувак, это ты или кто это? Ты в костюме? Я в пуховике, да. Пуховике. Там за мной был еще человек. Вон деревья вижу впереди. Следи пока за этой шляпой. Сейчас мы возле дома. Слежу, слежу, она прям вот. Чувак, по горе смотри вниз. Угу. Да я бегу. По горе вниз? Угу. За тенью. Ладно. О. То есть о доме думает только Брейн. Зачем? Закончить. Нет. Как зашел было. Туда. Бобы фасоль у меня есть теперь. Из бочки я нашел. Сейчас реально аэродроп залутать. Сейчас такая бойня будет, учти. Надо быстро и домой сразу нести. Сейчас закрою. О, что-то еще в этом было в бочке. В бочке я нашел зеленая майка, обычная зеленая майка. Это стадий блюпринт. Кто меня бьет? Тебя уже бьют? Меня кто-то бьет, черт какой-то полосатый. Я его убил, все. Вот чертила ты полосатый. Ты обалдел, что ли, голый? Че, реально тебя бил? А, подлечись да? быстро. Меня голый Жаль, бил. Кто-то прямо на тени. Ты на тени? Я и фиг знает. Я здесь от тени... Смотри, тень. О, падает, видишь? Падает, 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 вижу там его. Три человека это самое, бегают. Я в пуховике. Сейчас будет бойня. Я понял, там бойня сейчас будет жесткая. Я бегу, бегу. Сейчас я подбегу, сейчас я дерево добуду. Вы там втроем бьетесь, ребята. Это не я, сейчас пускай, давай, один дебил всех добьет, и мы потом его грохнем. Гениально, слышишь, давай, давай, пусть убьет, реально. Бей, бей, бей его. Давай, умирайте, мразь. Кто-то в ботинках бегает, в маске. Мрите, мрите, черт, ты же бежишь, да, там? Я вот в черном, да, убили одного. Все, 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 давай, беги, бей его, это ты в пуховике? Вон он, вон, вон, голый бегает, голый, бей его в ботинках, эту чертилу полосатую. Подожди, там еще двое бегут. Сейчас мы их, да, кто? Иисус, я тебя сейчас скрою. Он умер? Бей его, бей, бей это говно. Я тоже буду бить его. Верай, мразь. Все, готово. Готово. Ой-ё, сколько у него хлама. Забирай, Женёк. Защищай, защищай меня. Сейчас я у него заберу. У него куртки, Женёк, всякие. Эй, я тебя прошу. Очень пуховики, стрёмная тема. Давай, маска есть у него. Все есть. Сейчас, ну, сейчас, 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 сейчас. Мужик, стоять. Так, ключ, у него мужик, два ключа, замки. Женя, аккуратно. А что такое? Что, кто? Женя, бьют. Бьют, бьют, бьют. Все, меня убили, блин. Били? Да, у меня столько лута там, я с этого чувака собрал. Сука, падай. Я не успел даже опомниться, столько понабежало. Три человека сразу. Давай быстро к дому. Я уже в доме, я в спальном мешке, сдох же я. Я жду тебя, я понял. Угу. Ты что, собрал там что-нибудь? Нет, два чувака. Блин. Что такое? Одного убил. Отлично. Там. Все, всех убил. Все, собирай быстренько, быстренько, быстренько. Я не могу, бежит еще кто-то. Блин, да что ж такое-то? С ковшом, блядь. Тут бойня реально. Да, вот это весело. А стенка-то поставлена у нас? Я его чекнул. Сейчас кровь идет, нормально. Там, если что, у меня собери, там, короче, еды дофигища. А, все, все, все. Жень, я жду тебя тут, мы тут скачем. Так я не выйду отсюда, у меня киянки даже нет. Блять. Я из дома выйти не смогу. Так, вроде киянка была у нас. Нет, сейчас, сейчас. Я его убью. Давай, 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 давай. Я пропишу, если что, примешь меня сразу. ТПР. Чё, уже кровью был истечь, дебил. О, все, давай ко мне, быренько. Давай, давай, я запросил телепорт. У меня есть только факел бить людей. Какая жесть. ТПС, ТПА, мразь. Давай, давай, давай. О, все, есть. 10 секунд, сейчас я там появлюсь. Жень, тут просто гора трупов. Да я понял, что там люди все бегут за аэродропом. Голодный. О, замок. Да, там кодовый замок был, там все, ключи у меня были, там лута. Женя, тут лута. Вот он я, вот он я, вот он я, все. Женечек, аккуратно, тут я в сколько убил. Угу. Я вижу горы. Ой, подбежал кто-то, меня бьют. Зиппи. Все, меня убили опять. Говно, а, Зиппи, ссанный. Что за дерьмо, меня убило. Блин, опять мне ТПшиться надо. Блять. Да, опять ТПР к тебе. Да. Слушай, там вообще бойня, да. Ключи от дома я заберу, пожалуй. Там капец ключей много было. Я штуки 3, наверное, нашел. Принимай. Я тоже. Да? Угу.
Принял? Угу, все, сейчас. Блин, шикарная серия. Ну а что делать-то? Самое то. Хотя бы, хоть, может, аирдроп отвоюем. 20 тысяч дерева я заберу. Вот-вот-вот-вот, там все. Я тоже чувака лутал. У него и куртки, и кофты там были, и броня всякая. Женек, вот. Лутай, я прикрою. Мне нравится. Вот эта серия получилась, так, да? Так, отличненько. Шикардос. Так, спальничек. Ключи. Патрон. Надо забрать. У меня уже некуда класть. Все, собираем. Дерево. Камни, мясо жареное. Это ключи от чьих-то домов. Мы можем сидеть тут по округе и посмотреть. Ну, тут недалеко они, значит, тут все. Тут были дома закрыты реально, поэтому... Так, пока никого не вижу. План постройки заберу. Бежит. Киянку заберу. Нафиг у меня, потому что нет ее. А где я? Где мой труп? Кто меня облутал? Где мой труп? Жень, тут некоторые трупы пропадают. Вот это плохо. Очень. У меня столько вещей было там. Блин, просто... Я забрал 20 тысяч дерева. У меня было очень много вещей. Где вот мой труп? Where is my труп? Кожу заберем. Так, я оделся. Так, ну я думаю, все, в принципе, можно валить. Кажется, я нашел. Кто стреляет? Кто стреляет? Походу, кто-то стрелял, потому что у меня пролетела хрень какая-то рядом с моими ногами. Лук, наверное, был. Может, лук. Жень, вали. Не стой на месте. Подожди, ну надо же всех облутать-то. Короче, проще делать вот так вот. В задницу. Вот, куча мешков рассыпается. Вот все собираешь. Так будет эффективнее. Все, я сваливаю. У меня лута просто немерено. Да, ты уже сваливаешь? Потому что тебя гасили с лука, учти. У тебя блидинг может быть. О, это ты стоишь? Да. Смотри, сколько мешков вываливается, когда людей бьешь. Все, сваливаем. Сейчас. Этот мы залутали, замечательно. Сейчас я все... Ох, сколько мешков-то вываливается. Ёкаламенная, как это все собирать? Все собирай, собираю, пошли. Собираю. Сейчас. О, у меня полное дерьмо. В инвентаре полное дерьмо. Чисто. Ничего хорошего нет, слушай. Вообще один трэш. Пульку пусто. Заберем. Киянку возьми, там у одного а киянку. А где же мой красный пуховик и все вот это вот... Все, Женя, не успели. Как тут так? Люди пропадают, а ей надо же было выживать, когда на тебя трое бежит. Так я же не видел. Я же говорю, ты думал, меня прикрывать будешь как раз в этот момент. Жень, ну, знаешь, надеяться, как бы на других надейся, но сам не плашай. Ну, понятное дело. Я-то как бы отбивался, и если бы меня убили, мы все потеряли. Ну да. Так что в этом плане хоть что-то сохранили. Ладно, хоть что-то есть там по мелочи. Я взял ключи. То есть за деревом можно не бежать. Да, ну вот это прекрасно. Сейчас мы это все и организуем. Да. Жесть какая-то. Ха, как это было забавно, а? Сколько людей порешили там. Все, вот так вот за аирдропом бегать не надо. Не надо так. Да, очень даже насыщенно, мне понравилось. А я смотрю, тень такая, знаешь, прям четко видно. Ну, она тык-тык-тык-тык-тык-тык. И шла-шла-шла, и люди бегут к этой тени. Так, это камни, если что, домашние камни. Можно же было бы ТП-шнуться просто. Хом, че мы бегаем-то? А вот дом, он же недалеко, прямо внизу, смотрю. Угу. Так. Так, вот теперь можно все равно ТП-шнуться. Там же блок ну, стоит ну внизу. Ну что, давай укрепим. Там блок внизу стоит. Если укреплю все. Угу, тоже стены укреплю. Хотя бы первый этаж. Да, вот. Кончилось дерево у меня. Недолго фрая. А что у меня кончилось? Подожди. У меня камни есть у тебя? Ха-ха-ха. Камни дай у меня... Пожалуйста. Дай камни. 298. Мало очень. Это мало, да. На, возьми, все равно вот валяются. Ты где? Вот. Вижу. Так, идем домой? Ну, давай. Попробуем. А как мы зайдем домой? А, все. Сейчас уберу. Замок у тебя есть? У меня ключ, потому что есть какой-то. Я взял кодовый, сейчас поставлю. Заходи. А, о, отлично. Заходи. Да, это сейчас поставим прекрасно кодовый. Прекрасно просто. Я успел у чувака ухватить. А это хорошо, это хорошо. Так, 29.07. 29.07. 29.07. Все. Все, чудно. Все, потрясающе. Теперь у нас кодовая дверь, замечательно. Сейчас я возьму камешки. Угу. Я тебе дам сейчас дерево. Дерево половину. В печке надо засунуть, чтобы металлофрагменты там жахали сейчас. Камни. У нас и так много металлофрагментов, нам нечего из них да, делать. Да, точно. Давай я тебе деревцо дам. Сейчас, а где ты? Ага. 7500. 7500 дерева? Да, у меня же было 1020, я взял. Угу. Отлично. Чувака. Так, и мне нужны камешки. Камешки у нас где? Кирдык камешки. Подожди, а где же камни были? Нету камней, добывать надо бежать. У нас было до хера камней. А я их брал же, я же укреплял снизу фундамент. Вот они все и просохли. Ты у нас. Ты забрал и... все камни, что ли? Ну, все, что было. А фундамент зачем ты фундамент все? Укреплял же. Ты же мне попросил фундамент укреплять, я и взял. Женек. Что? Ну, блин, а как же теперь быть? Пойти добыть камни внизу. Дофигища он рядом камней. Пойду добуду. Я все равно голый. Так. Вот камень рядом прям с домом. Че, добывай не хочу. Он еще камни. У нас кругом одни камни. Кстати, нормально. Добывается по 25, так что неплохо. Жить можно пока.
Ничего-ничего, сейчас я буду следить вокруг людей, палить. Потому что умников здесь много, может набежать. Хотя, все, кто бежал, наверное, ты всех убил там, да? Всех убил, да. Так, давайте поставить. Царь горы, царь аирдропа. Царь аирдропа, да. Ну, как? Все завалил, всех. Так, аптеки. У меня ключи, я же говорю, я забрал ключи. У меня ключи. Тоже куча ключей, да, у меня тоже. Надо а нет, не куча, все. Один ключ, по-моему, остался только. Не, у меня три штуки, четыре. Uh-huh. Четыре ключа. У меня еще один пятый, так, значит. У меня еды 999. Нормально. Да. Наелся, да? Слушай, надо пойти по округе в следующей серии и посмотреть, откуда ключи. Открытие. Там же были дома, помнишь, закрытые? Были, были. Не могли пройти. Да, по-моему, ключевые же дома были с ключами. Да. Опа, кто бежит? Что слышу там? Шум, слышу шум шагов. Кто, где, где? Лох, ну-ка, лох-патруль, где? Кто? Никого нет. Или показалось? Кто бежит? Эй, говно. Вон, кто? Чувак, прыгни, Жень. Это я. А. Вон за этим камнем, там чувак вроде добывал. О, я нет? Домой пошел. От греха подальше. Пожалуйста, зеленый сделай, да? От греха подальше. Сейчас давай тут серию закончим, и следующий пойдем уже смотреть, откуда ключи. Ну, у меня камней есть, знаешь, сколько? Тысяча. Тысячу, ну давай. Что делать? Укреплять стены? Нет, там надо параллельно все внизу. А, ну сейчас вниз пойдем, там укреплять будем в следующей серии, наверное, уже. Все, ребят, тогда прощаемся. До встречи. Пока-пока. Пока.